Боже, тоже мне волшебный бобовый стебель. Чё? Уничтоженный нами корень верно питал это дерево. Его ветви оплели весь город. Никому не попасть наружу и не попасть внутрь. И кажется, это дерево подавляет мою силу. Верно. Что там наверху? Может, посмотрим? Сперва найдем оставшиеся корни. Думаю, дерево ослабнет. Хороший план. Эля, так нужно кушать, видосики включила и норм. Да я хочу пройти, тут вроде как эта DLC-шка всего на пару часов. То есть ее можно даже за полстрима пройти. Is full. Free of offering that overflows the essence of those who have been offered. All proceeds as ordained. The gloaming approaches. You know what you must do. All sacrifice shall be. Какой у них красноречивый тон. Болтай, пока можешь. Так. Вражеские подкрепления. Поехали. Еще прибыли? Очень хорошо. Так, что мы опять впитываем? Давай, хамстерок, держись там. Так, мне дали новые скиллы. Остальные надо самой выучить, да? Вобрав в себя силу древа жертв, Фрей получила доступ к новым заклинаниям. Так, это что такое? Рвение. Плюс 50 к объему исцеления. Смертоносный рывок, который отбрасывает врагов прочь и способен обратить их в камень. Давай вот это возьмем. Так, удерживать. А вот это что? Плюс 100 к запасу выносливости. Хорошая, кстати, штука, но у меня, походу, не хватает маны на него. Так, это закончилось. По крайней мере, ты стала еще немного сильнее.
Теперь на карте видны корни древа в лагере Редигов. Так, корень жестокости — убить врага. Лагерь, так, размер сумки, новые заклинания, размер сумки. Ну, сумки мне не нужны, наверное. Мне нужны новые заклинания. Так, осталось еще два. Как ты себя чувствуешь? Как будто кому угодно башку оторву. Так, у нас теперь есть крюк. Это очень хорошо. И где-то тут что-то я могла брать. Вот, вот это. Да. О, я выполнила вот это. Удерживать. Так, что вот это еще половина? А здесь восстановить здоровье с помощью избавления цинты. А, нужно, чтобы она меня похилила. Хорошо. Хорошо. Стоп, нет, надо взять новое. Да стой ты, господи, что с тобой не так? Нам нужно новое взять что-нибудь. Что-нибудь новое. Что вот это? Крюк. Использовать особые приемы во время применения крюка. Это какие? Убить врага. Не требует выносливости. Вон, давай вот это возьмем. Таран. Так, а куда идти-то? Я что-то не понимаю. Мы вот здесь. Лагерь в западной части города. Там размер сумки лекарств. Оно мне точно не надо. Мне надо вот сюда. Соответственно, мне как-то нужно вот на вот эту улицу выйти, да? Какой-то предмет... Так, ладно, значит, поворачиваемся сюда, и где-то здесь должна быть какая-то типа дверь. Нет. Я не вдупляю, куда мне идти надо. А, наверное, ну ладно, давайте наверх сходим, окей. Выполнили. Хорош. Так, сумка для лекарств. Да, но мне больше не надо. У меня и так уже прилично. Я столько даже не хилюсь. Так, вот это вот потрогаем. Вот это вот еще нет. Вот, вот это нет. Вот, вот это я выполнила, да? Вот это вот. Удерживать, улучшить. Так, что мы еще можем взять? Может, меч все-таки взять, да улучшить? Все равно пока больше ничего нету такого. Вот, тут квестов... Ой, квестов, скиллов не так уж и много. Так, использовать особые приемы во время... Ну, давай попробуем с крюком эту фигню. Не знаю, правда, что это значит, но пускай. Так, вот это вот надо собрать. Так, тут еще что-то есть? Вроде нету, да? Так, и чё, и куда мне надо? Мне надо вот туда, получается, я правильно иду, чешу? Вам доступно новое заклинание, ну, допустим. Рвение, плюс 100 к запасу выносливости. Ну, а не надо, не хочу. Чё-то мне кажется, я куда-то не туда пошла.
Ладно. Вроде, в принципе, правильно все сделала. Как думаете, кто-то из местных выжил? Почти всех удалось вывести, но, боюсь, кто-то все же остался. А, блин, серьезно? Да ну, хорош. Да господи, я же хилюсь, ну почему? Еще кто-то есть? Вроде нету. Нет, еще кто-то есть. А, это наверху. Вы ранены? Нет, спасибо, спасибо. Чего? Какого праздника вам надо? Танта Цита, вы нас спасаете. Спрячьтесь и выходите, когда все стихнет. Ничего не бойтесь, ладно? Мы с ними разберемся. Успокойтесь. Здесь нет никаких собак. Так, новые скилчанские. Вобрав в себя силу древа жертв, Фрей получила доступ к новым заклинаниям. Так, что у нас есть? Волна волшебной энергии способна обратить врагов в кристалл. Сток защиты. Так, нет, вот это давай. А вот это что? Прозорливость. Плюс 120 к магическим способностям. Тоже, кстати, хорошая штука. А сколько оно стоит, вот это? А, мне хватает, нормально. Все отлично. Вот это улучшить надо.
Так, и надо поставить еще на улучшение, да, какие-то, наверное. Я только один могу взять, получается. Ну, так, не тут вроде надо делать. Остался последний. Нам подготовят встречу. Нужно подготовиться. Так, вот сюда мне надо. Так. Вот это давай брось. Хотя, не, я его почти использовала, лол. Вот это давай примем. Что тут нужно? Попасть хотя бы по 5 врагам одним ударом. Ух ты, ёпта. Ну, я попытаюсь. Посмотрим, из какого ты теста. А здесь есть где передохнуть? Вопрос. Походу, нету, что ли? О, там можно что-то это выучить. Что-то я не вижу никакого вдохновения. Какого вдохновения тебе нудобно? Нудобно. Еще не взяли. Так, и вот туда еще надо тоже. А что там, кстати, наверху, непонятно, да? Так, куда нам надо? Давайте глянем. Карта. Я карта, да? Так, ну тут лагерь. Давайте, раз он рядом, мы его зачистим. И потом, получается, идем к последнему, да? А потом у нас будет бой у дерева. Окей. Так, получается, лагерь сюда. О, я апнулась. Отлично. Ай-яй-яй, как плохо все. О, это еще и щит, они меня тут не трогают, офигеть. Так. Так. Ну, это хорошо. Вроде это место теперь безопасно. Если хочешь отдохнуть, здесь самое время. Давай отдохнем. А что я выполнила? Вот это я выполнила, да? Теперь крюк у меня не требует выносливости. Окей. А вот это что? Что там надо сделать? Там убить надо вроде, да? Ну давай глянем. О, я 3 из 5 уже убила. Нормально, нормально. Так, вот это вот хочу принять. Провести комбо-атаку вместе с цинтой. 5. О, отлично, давай. Изи, изи будет. Изи-пизи, лемон сквизи. Так, а где? Вот это отдохнуть, да? Да. Отдохнуть. Эй, браслет, слушай, как думаешь, а в нашем времени Талия еще жива? В Цепале я Талии не встречала. Я бы сказал, что пережить вторжение Рейдигов и Туман почти невозможно. Да, интересно, о чем люди думают перед смертью?
А ты подожди, рано или поздно узнаешь. Боже, какой же спойлер, нахрена вы это сюда всунули? Тут сразу понятно, что будет дальше. Ну вы что, совсем что ли ку-ку? Так, поговорить об Альдакоре. Это генерал. Зачем Альдакору мегадерево? Видимо, он как-то копит себе силу жертв. Да, но зачем вообще приносить какие-то жертвы? А как еще насладиться предсмертными воплями и мольбами врагов? Милое дело во время войны. Осуждаем. Ты застал Вати Альдакора и его дерево? Нет. А что? А что значит, что Цинта и Талия смогли победить? Это значит, что Цинта и Талия смогли победить, что они уничтожили дерево. Видимо, да. А вот сумели ли они затем унести ноги, другой вопрос. Так, отдохнула? Не то слово, можем идти. А что будет дальше? Он, может, имеет в виду, что все равно ты умрешь рано или поздно. Слушайте, ну давайте так, я вангую, да, вот сейчас. А так как мы вбираем вот эту вот штуку из дерева, мы становимся сильнее. Потом эта сила, возможно, нас подчинит, либо ее попытаются украсть. Мы выйдем из-под контроля, и нас надо будет убить, потому что... Как там этой Тинты, или как ее там... Талии. Или, господи, как ее зовут, короче? Ее нету в будущем. Вот, и она такая спрашивает... Интересно, что люди думают перед смертью. Соответственно, ее убьют. Ее убьют, и она поймет, что люди думают перед смертью. Но потом, как бы, ну, это в конце, скорее всего, ее убьют, и она умрет. Вот. И она будет знать, что люди думают перед смертью, потому что она это прожила, по сути. Здорово, Годлев. Не, зашли. Просто у меня же расписание определенное есть. Мне нужно пройти много DLC-шек, которые я хотела. Вот. Мы сейчас, может быть, если быстро закончим DLC-шку, пойдем в покемонов играть. Так что нормально. Все, больше нету никого. Брось, что ты меня пугаешь? Я думала, ты опять тут. Наверху, что ли? А, да. More than just nicely. А что она не схватилась? Okay. Take that. Yep. Gotcha. Oh, sorry. Someone got lucky. Then why am I stuck with you? Here we go! Да господи! Я поняла, чтобы у меня комбо с Цинтой были. Надо это...
Да почему оно не летает прям? Надо рядом стоять. Быстрее заканчиваем, покемонить пойдем. Ну я стараюсь, ребят. Я стараюсь. Так, это кто? Непонятно, да? Отлично. Так, а что у нас там? У нас получается вот это, да? А как туда зайти? Непонятно. Вот так, что ли? Где вход-то? Да. Да почему? Нету. Нету. Как же тогда? Попробуем с этой стороны, окей. Надо опять отхилиться. Да что ж такое, а? Все? Похоже, что все. Так, ну тут мы куда-то вниз идем. А, не, нормально все. Так, ну тут сейчас жопа будет. А у меня всего 3 хилки. Ёк, макарёк. Да я олрайт, я олрайт, спасибо. Спасибо, я урайт. Как раз тут сейчас и закончу свой поезд. Отлично. Да ну нет, у меня все хилок нету, охренеть. Да ну. Меня убили. Ну что за говно?
Если честно, это смотреть интереснее, чем покемонов. Не понравились тебе покемоны, да? Блин, опять жарко, да что ж такое? Так, быстрая загрузка. Так, главное, квесты я себе... Ой, эти скиллы себе прокачала, все. Я умничка, солнышко, зайчика, кисечка, писечка. А я, кстати, могу их сейчас апнуть прям? Да, отлично. Только новые я, кажется, не могу взять пока что, да? Так. Желтая магия, отлично. Так, вот это удерживать, улучшить. Окей. Таран, отлично, улучшили. Так, давай выучим вот это. Ну да, я не могу взять квест, потому что нужна книжка определенная. А вот это я пока учить не хочу, потому что мы сейчас корень еще один возьмем, и у меня будут еще скиллы. Так, ладно, пошли. Enemies. 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 All yours. Right in the sweet spot. Worth a shot. Ready when you are. I'll make this quick. How about that? That was rather nice. Got you on your toes now. Почему они в камень не превращаются? Они должны превращаться в камень, а они не превращаются. Все? А, нет, не все. Хорош, теперь все. А, нет, какие подкрепления? Да рот ваш наоборот. Какие подкрепления? Хорош, она развалила одним чисто чихом их. А-а-а-а! Прикольно. Хотя с мечом поудобнее, кстати. Особенно я постоянно жму эту самую штуку. Ну, чтобы комбо было, а оно же там и с крюком работает. Еще подкрепление? Да, рот ваш наоборот. Так, надо стрелков сразу вальнуть. А, он уже помер. Блин, летающий гад. Да ну что это за увороты, господи! Да я олрайт, я олрайт. Так. Блин, у меня одна хилка осталась, это плохо. Ой-ой-ой. Какие-то лазеры тут. Эу-эу-эу-эу-эу-эу! Ой, я нихера не вижу. А-а-а! Кстати, сейчас помру, походу. Хорош. А теперь корень. Есть. Поехали. Высясиваем, высясиваем. Постфикс, здорово.
Есть мем, каким наркотиком, а тут какие подкрепления. Ого, теперь у меня и на левой тоже есть. Не связано ли это с развитием твоих умений? Очень интересно. Бесстрашные воины Редды. Древо жертв вот-вот расцветет. И эти проклятые земли очистятся. Перед нами стоит теперь лишь одна задача – защищать древо. Даже если придется умереть всем до последнего. Нужно забраться наверх. Пора. Да, пойдем. Подожди. Теперь подожди. Так, что нам дают? Нам дают 4 скилла пассивных. Так, вобрав в себя силу древа жертв, Фрей получила доступ к новым заклинаниям. Но это не заклинание. Так, ХП, выносливость, исцеление, защита. Ну давай, что, повыучиваем это все. По идее, должно хватить, но это не точно. А что, я больше не могу выучить? А почему? А, у меня маны не хватает. Ё-моё, я смотрела на... Вот этот показатель, а тут желтая магия, это не то. Ё-моё. Ну ладно, бывает. А чё, тут негде скиллы прокачать, проточить? Ёк-макарёк. Блин, придётся тэпаться, что ли, туда? Ё-моё, ё-моё. Вот сюда давайте сходим, оно ближайшее вроде. Так, стоп, а как тут выйти? Вот сюда вроде. Ой, найс, ладно. А, у меня выносливости нет, я думаю, что за хрень. Я, кстати, сейчас могу умереть, лол. У меня же хилок нет. А это случайно не лагерь? Нет, это не лагерь. У меня хилок нет. Что мне... Что мне делать? Так, мне чуть-чуть маны дало. Давай защиту бах. А, мне не хватит на защиту. Ну ладно, потерпим, значит. Тут маны нету, да? А, вон она внизу. Здесь много-много маны. Да хорош ты прыгать по стенкам, господи, паркурщик ты недоделанный. У нее, конечно, паркур прикольный, но местами очень много лишних движений. Так, мне надо вот туда. Так, это мне куда? Это мне вот туда? Нет, не падай. О, мана. Мана-мана в каждом дворе. Мана-мана в каждом дворе. Блин, я что-то увидела, кстати, новости о том, что в турецком Sony, прикиньте, козлы, повысили цены на все. А я не успела себе предзаказ этого сделать. Final Fantasy Rebirth. И я такая что-то типа... Я очень хочу пойти в эту игру. Она такая красивая. Вот. И как бы, блин. Что за говно вообще? Да, опять апнули цены до жопы вообще. Скоты. Просто скоты. Ой, сколько тут маны. Вот. Там типа где-то по 500 лир, что ли, апнули. Чего там райдер пишет?
Это логично даже сегодня, что так поздно цены подняли. Почему? Спасибо, ребят, всем за фоллоу. Добро пожаловать. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Что у тебя за унижение там? Кто тебя обижал? Жалуйся. Я что-то понять... А, вот. Даже не накажешь. Кого? Хотя ладно, в принципе, вы не меня тегаете, поэтому что мне лезть в ваши разговоры, правильно? Хотя тоже, казалось бы, считается ли переписка между двумя людьми, когда у них диалог, считается ли это какой-то вот приватной беседой? Они же между собой общаются, хоть и в общем чате, или нет? У тебя, кстати, DLC на 16-ю финалку есть? Нет, надо купить. Надо купить. Так, на God of War она бесплатная, на Steel Rising есть, на Cyberpunk есть. Только на финалку надо купить DLC-шки. А вон еще, кстати, это мана. О, мне вниз надо. Лол. Нос черца, ёпта. А, нет, я хочу жить. Так, все, очистили. В смысле, лира упала на 10%, цены повысили на 30-50%. Точно логика соблюдена? Ну вот да, логики типа нету. Как почему? Везде цены в Турции поднимали. Странно, что на плойке не поднимали. Ну, не знаю. Если бы хотели приватную, писали бы в личку. Ну, тоже да. Если не в личных сообщениях, то не приватная, поняла. Если в чате, то это общедоступная, понял. Нет, ну просто типа, вот два человека беседуют. Имею ли я право вставить свое «я» в их разговор? Такая типа, а вот я бы... А вот я бы сказала бы иначе. Ну, вот что-то из этой серии, да? Да, их подняли же ж недавно. Их подняли недавно, потом случилась фигня со Стимом в Турции. И сейчас еще раз подняли цены. Короче, они там вообще охренели. Аргентина, Турция всегда были лоу-прайсом, и жить они там лучше не стали. Я уже... Ну, мне просто жалко, на самом деле, вот этот АК турецкий, он уже хороший. Жалко, что нельзя переводить аккаунты Sony. А, у меня же карта украинская есть. Я бы могла бы себе вообще украинский сделать этот PS Store. Он и дешевый, и оплачивать я бы смогла. Только вопрос, что пополнять саму карточку украинскую, я, ну, наверное, только либо через крипту, но я не умею, либо вот только то, что с Твича у меня выводится, оно выводится туда, и как бы я там папе что-то покупаю, и вот что-то могу, наверное, из игр себе оплатить. Вот, я там уже маленькую кубышечку насобирала, у меня там вроде по $50 каждый месяц собирается, там выводится раз в два месяца. Вот. Нос чешется к алкоголю? Ой, не-не-не, не дай бог, не хочу никакого алкоголя в жопу его. Вообще считается, что... Но это если первый человек обратился к другому, но это невычислимо. Ну да, ставьте свое. Могу вставить свое много чего. Что-то я сегодня волосы так глажу. Не имею права, а надо ставить свои 5 рублей, понял. Если в чате, то можно, понял. Стример имеет право, понял. Переводить можно, но там попросят кучу доков в саппорте. Да? А каких? Типа там билет, что я из Турции переехала в Украину или что? Какие документы? Паспорт-то украинский у меня есть. Вот. Это я-то могу предоставить. Так. Давайте качать эти и идти на финальную битву, я так поняла. У нас там финалочка сейчас будет.
Если это будет финалочка, и мы закончим с DLC-шкой, я думаю, можно будет пойти посмотреть видос и покушать, а потом пойти в покемонов. Как вам идея? Норм? Так. Выучить, да? Ой, нет, я не это хотела, ну ладно. Так, восстановить здоровье с помощью избавления от цинты. Так, вот это я улучшила. Это я не хочу, это я не выучу. Давай вот это примем. All right, here goes. Осталось турецкий паспорт, ага. Они обычно просят паспорт, оплату за услуг ЖКХ до 3 месяцев давности. Если переехали, частенько еще просят скан билетов за недавний срок и еще смотрят на твой IP. Ну понятно, ладно, тогда я не буду. А то там все будет. А я нахер пошлю. Кстати, ребятушки, как вам кажется мне симпатичнее? Вот у меня до этого были сережки с брюликами. Да, гвоздики. А теперь у меня гвоздики с жемчужинками. Как мне лучше? Они, в принципе, маленькие, их плохо видно, но вот с какими лучше? Цинтом. Я должна кое-что вам сказать. Yes? Да? Я не знаю, с чего начать, но... Ати грозит опасность из-за Сузу... Что? Что ты говоришь? Из-за Сузу... Она не может сказать. Ты что, не слушала наш загадочный бестелесный голос? Прошлого не изменить. Это нечестный прием. Забудьте, неважно. Ты странное дитя. А вы говорили, что отправили сюда по просьбе Олас. У вас близкие отношения? Разумеется. Она тоже Танта. Мы сестры, но да. Пожалуй, с ней я ближе, чем с другими. Прав и Сайли не близок мой образ мыслей. Мы же с Олас понимаем друг друга. Как мы с Оуден. Оуден? А, да, неважно. Олас ничего не говорила вам про та... То есть меня. Только что ты самый юный боец ее гвардии и самый преданный делу. А, вот как. Очень приятно. И что ты бываешь безрассудной? Ха, да вы одного поля ягоды. Как поживает Робиан? Робиан Кин, вы знакомы? Он как-то меня выручил. Я один раз застряла в неприятном месте, и он показал мне дорогу домой. А, у него все хорошо. Рождение дочери смягчило его сухую натуру ученого. Здорово. Повезло ей иметь такого хорошего отца. О, да. Так. Что-то только сейчас узнал, что ты с Украины? Да, я с Харькова. И те, и эти класснючие пуссеты? Чего, кого? А, ты про эти, господи, пуссеты. Что это за слово? Я даже такое никогда не слышала, пуссеты. Я вообще сережки не вижу. Ну, вот. Вот. Написано на мой. И те, и те хороши, я вас поняла. Вообще, в Турции лучше жить не стали, но, думаю, магазины тоже не дураки и видят, что 99% через VPN. Не знаю, я не через VPN сижу. Я просто вообще уши не дырявила, но считаю, что сережки, как и любые другие украшения, надо носить, чтобы самому было по душе, по настроению. Не, ну мне типа и те по душе. Но я пока с этими похожу, они мне так нравятся, новенькие там все дела. Чисто логически, количество проданных услуг растет, надо повышать цены. Ну, тоже правильно, да. Пуссеты — это гвоздики. На всех сайтах ювелирки так называются. А, да? Я не в курсе была. Так, ну что, идем. Финальный бой, финальный босс. Ой, надо ману забрать.
Почему ты не можешь? Почему ты не можешь? Что у тебя за проблемы? Да что такое, а? Да почему? Есть. На жопе шерсть. Так, где следующая мана? Внизу была, что ли? О, вон она. Вижу. Надо наверх подниматься. Тихо. Все, дальше вроде нету, да, дальше нету. Возвращаемся обратно. Бежим. Вот это забираем. Тут тупик. И идем сюда. Идем сюда. Спасибо. Сейчас еще раз проверю все. Да, мы все забрали, да? Так, идем. Так, стоп, не туда. Блин, мы же тут дрались. А, это, наверное, после каждого сохранения. Все? Или еще где-то что-то есть? А, вон он. Все? Убила? Убила. Так. Мы идем вниз, да? Руки я не юзнула? Не юзнула. Хорошо. Опа. Всё. Давай свою эту восстанавливаем. Все отлично. Так, побежали. Тут нету вот этих... А, не, есть прыжки кое-какие. Вот там какой-то корень ярости. Блин, а я не помню, я в прошлый раз играла на геймпаде или нет? У меня что-то такое складывается ощущение стойкое, как будто мы играли на геймпаде. И опять я не туда побежала, да? Мне кажется, я не туда побежала. Да, мне нужен вход. Вход где-то вот здесь. Насколько я помню. Но могу ошибаться, конечно. Здорово, Ромат. Мы же здесь были. Нет? Вроде были. А я не туда вышла отсюда, лол. Вот это прикол. Ага, я здесь была, я просто не в ту дверь вышла. Я не по мосту побежала. Ой, Кикве, господи Иисусе. И можно было... О, блин, можно было никуда не бежать. Можно было здесь все прокачать. О, боги мои боги. Да. Так, ну давай вот это попробуем. Так, впереди новый этап приключений. Ну, видимо, все это финал, финальная битва. Какая-то химера такая, жесть. Жесткая. Та-та-цин, да помогите! Найдите убежище, все будет хорошо, бегите. Хорошо, Танта Цинта. Идем, нас ждет дерево. Стойте! Вы же Танта, вы должны защищать свой народ! Помогите кто-нибудь!
Окей. Раз вы не хотите, помогу я. Не делай этого, ты погибнешь. Без вас разберусь. Что ж, это эффектно. Отвянь. Надеюсь, ты это не серьезно. Это же самоубийство. Я же сказала, заткнись. В отличие от Синты, я пока еще помню, что значит быть Тантой. Эй, эй, видишь меня? Я сзади у кого угодно отпизжу. Блин, серьезно? Опять этот щит. Мне кажется, или ты немного не достаешь? И как мне его завалить-то? Это я щит сбила? А? Не трогай меня! Черт! Беги. Синта, ох, вы вовремя. Не надо. Не сейчас. Может, у вас и план есть? Выжди удобного случая, дай мне знак атаковать. Цинта и шкала поддержки. Если вы нажмете X, Цинта использует мощное заклинание поддержки. Заклинания поддержки истощают шкалу поддержки, а атаки по врагам и волшебный паркур пополняют. Окей. Ой, ёпта. Удерживайте, чтобы наложить заряженное атакующее заклинание, активировать магию слияния. А, у меня хилки не хилят на фул. Охренеть. Так, треть мы снесли, окей. Теперь мы знаем, что делать. Избегай пламени любой ценой. Мы сняли половину. Берегись! Половину, да, сняли, окей. Ух, ёпты. Изи.
Легчайшая химерка в моей жизни. Пикселита, привет! Цинта, я тогда наговорила. Я спасла тебя только потому, что твоя смерть дорого бы нам обошлась. Что за славный сюрприз. Рад приветствовать вас в Визории, Танта Цинта. Предполагаю, вы заметили некоторые перемены. О, мистер татуировщик, что за херня на мне, а? Надо же. Какой ты старательный сосуд. Сберегла мне и время, и силы. Что за херню ты несешь? Спроси лучше, почему наша благородная Танта так упорно спасает простого солдата, когда идет война. Не слушай его, Талия, он просто хочет посеять между нами рознь. Не, что происходит? Вы от меня что-то скрываете? Прости, но я не скажу. А, ну что же я? Представляю, как непросто в кои-то веки сказать подопечной правду. Позвольте, я сделаю это за вас. Все очень просто, моя милая. Твоя драгоценная Танта собирается тебя убить. Не верю, она меня спасла два раза. Цинта, скажи ему. Ваши достопочтенные Танты раз уже сорвали приход сумерек. Но во второй раз у них не получится. Приготовления почти завершены, конец близок. Цинта, нет! Тебя я заберу с собой. Борись, пока еще можешь. Я же говорила, ее убьют. Это правда? Да. Но зачем? Да и хватит уже врать и не договаривать, просто скажи все как есть. Чё? Ну, чё? Ну что ж. Если я тебя не убью до конца дня, ты сотрёшь с лица земли целую страну. Чего? Твои отметины. Из тебя сделали оружие. Мы не вполне понимаем, как, но получив такую отметку, человек через некоторое время... взрывается с огромной разрушительной силой. То есть я, по сути, бомба? Я должна была найти тебя, увести подальше от людей и... там, на безопасном расстоянии от других атийцев. Убить тебя и перенестись прочь. Знаю, тебе тяжело это слышать, но мы, Танты, взвесили все за и против. Твоя смерть спасет бесчисленное множество жизней. Вот почему вы так спешили оттуда уйти. И почему не стали спасать людей. Они бы все равно погибли, и не только они, из-за меня. Решение далось нам тяжело. Но там ты часто принимают тяжелые решения. Порой приходится запятнать себя кровью. Все ради Атии. Она стоит любых жертв. Я понимаю. Правда? Я как-то сделала огромную ошибку. За нее заплатили другие. О, ты про меня?
Я поклялась, что больше никогда так не ошибусь. И если так нужно, чтобы защитить Атийцев, пусть. Убейте меня. Прошу прощения. Талия. Да, спасибо, что сказали, как есть. Мы под замком. Если мы хотим сразиться с Альдакором, ты должна быть готова. Ты согласна, чтобы Талию просто убили? Ты это одобряешь? Ты не понимаешь, я знаю, что она ощущала, я чувствую, что она поступила бы так же. Какой отборный бред. Можешь не верить, но она бы что угодно отдала ради Ати, я уверена. Так. Циногнат. Огромный боевой зверь, результат трудов генерала Альдакора по трансформации атийских животных силой редикской волшебной руды. Отличается неожиданным для своих размеров проворством и всегда готов взмыть в небо. И это еще не все. Мощные когтистые передние лапы чудовище служат отличным оружием, а барьер, который чудовище призывает по своему желанию, делает его почти неуязвимым к магии. Но это... Да, это страшный враг. Так, но это враги... Они мне, если честно, не особо интересны. Так, враги. Персонажи, снаряжение, ресурсы, мир, обучение. Да нет, тут все. Выходим, короче. Так, что у нас тут? Книжки какие-то. Талисманы. Древо жертв. Волшебное дерево. Невероятно быстро выросшее на Визорском замке благодаря бесчисленным человеческим жертвам. Корни дерева вбирают жизненную силу людей, подпитывая таким образом его сверхъестественное развитие. Даже интересно, что бы она сказала о состоянии нынешних танц. Пора болтать. Так, вот это вот пополнили, а вот это вроде мы ничего не прокачали же, да? Ну да, тут еще 3000. Тут еще 2. Тут еще до хера. Натаха! Как ты посмела? Можно я у вас кое-что спрошу? Конечно. Надеюсь, что сумею дать тебе ответ. Так, для ясности. Эти отметины показывают, что Реддиги сделали из меня оружие, да? И ничего сделать нельзя. Бабах и нет Талии. Мне больно это говорить, но да. Альдакор говорил, что скоро сумерки. Это церемония, которую проведут на закате. По завершении этой церемонии, или если ты погибнешь раньше, ты взорвешься. Черт. А вы знаете, почему отметины перешли и на вторую руку? Не знаю. Но одновременно твоя сила возросла. Значит ли это, что когда случится неизбежное, разрушения будут еще страшнее? Погодите, если я взорвусь, все вокруг погибнут, так? Получается, и сами Реддиги тоже. Верно. И все же они идут к своей цели. Не стану притворяться, что понимаю их. Да уж, может, им что-то в воду подмешивают? И почему меня не удивляет, что ты отказываешься понимать саму идею самоотверженности? О, Юрок, здорово. Странная отметина, поставленная Альдакором на руку Талии, свидетельство превращения последней в сосуд. Метка дала Талии магические способности, но постепенно разрасталась, отражая ее трансформацию в оружие массового уничтожения. Откуда вы знали, что меня надо искать? Реддиги раз уже готовились к сумеркам, мы остановили их в последний миг. Значит, я не первая, с кем это делали. Нет, была и другая. Ее тоже пришлось уничтожить.
Олас почувствовала, что создан новый сосуд, и я поняла, что придется вновь исполнить свой долг. Исполнить долг, то есть убить меня. Ясно. Так, чтобы сумерки состоялись, сосуд должен нести в себе атийскую кровь. Зная это, Альдакор часами разыскивал выживших атийцев после битв, видимо, предполагая, что те, кто не погиб от ран, сумеют выдержать непростой процесс трансформации. Устройство Альдакора наделило метками множеством солдат, но лишь двое из них подошли на роль столь необходимого генералу сосуда. Чего пытается добиться Альдакор? Своими сумерками? Не знаю. Но боюсь, что мы опасно близки к разгадке. Что вообще за сумерки? Вряд ли смысл просто в том, чтобы меня взорвать. Да, едва ли. Должна быть и некая иная цель. И почему мне кажется, что лучше не знать, какая? Ритуал, который проводят на закате, чтобы завершить трансформацию превращенного в сосуд человека. Альдакор однажды уже пытался провести церемонию сумерек, но тантам удалось сорвать его план. Очевидно, обряд требует множества человеческих жертв, но многое в сумерках остается неясным. Это из-за отметин на руках я научилась колдовать? Думаю, да. Иных объяснений твоим новоприобретенным силам я не вижу. Как вы думаете, почему уничтожение корней сделало меня сильнее? Могу лишь гадать, в предыдущий раз не было ни дерева, ни кристаллов. Ты готова? Вы можете немного рассказать о себе? Зачем тебе это? Просто мне ведь недолго осталось. Решила, пока могу, хоть немного с вами познакомиться. Хорошо. Что же ты хочешь узнать? В общем, вы никогда не хотели завести детей? Тантам воспрещено беременеть, все это знают. Да, понятно, но если на секунду забыть, что вы тантам? Не будь я танта, я думаю, я бы с радостью стала матерью. Но я танта, поэтому это не более чем пустые разговоры. Но вы ведь танта любви, правильно? Вы не думали, что если ощутите, что такое материнская любовь, то лучше поймете свою роль? Я не могу предать свой долг перед Атией. Поняла. Просто я выросла без мамы, и мне кажется, быть вашим ребенком было бы здорово. Какой необычный комплимент. Делать больше нечего. Придется надрать задницу Альдакору и освободить Визорию. Талия, ты же понимаешь, чем все кончится? Я должна буду... Меня убить, да. Но... Атия, мой дом. Защищайте его любой ценой. Все, пойдем. Привет, Ром. У Вани сапка кончилась. I'm a shake. Его Ванечка с возвращением в волчью стаю нашла при твоем распоряжении уже не от стримера, а четко прикоснувшись смайлики. Слюнявого тебе. Глава третья. Предвестник. Путь Фрей. Сумерки. Талия, Реддиги знают, что мы идем. Дай угадаю. Не несись, очертя голову на врага, так? Нет, я доверяю твоим суждениям. Я лишь хотела сказать, чтобы ты располагала моей силой как своей.
Мне кажется, ли она ко мне как-то прониклась? Ты не поверишь, насколько мало меня волнует ваша маленькая семья. Ай, нет! Да блин, ну ты говно, что ли? Совсем офигела. Черт, Талия! Ой, нормально меня задефали. Берегись. Ой-ой-ой-очки-ой-ой. Мне что-то не радуют все эти штуки. Okay. Senta, they won't see this coming. Thanks for backing me up. Just returning the favor. Hi. Yep. Да, опять подкрепление? Откуда? Вы что, офигели? Блин, я их этим копьем просто шотаю. Блин, точно, можно же было крюком фигарить, я забыла. Хорош. О, мана. Утро доброе, блядь. Вечер привет. Добрый. За Рождеством, блядь. С масленицей, блядь. Соболезно. Блядь. Так. Фрей. Фрей, ты что, дашь правда циньте себя убить? Браслет, мы уже это обсуждали. Только не говори, что боишься. Твоей смерти нет. Что останусь здесь? Да ужаса. Я отказываюсь торчать в трупе какой-то никому неизвестной девки. Очень трогательно. Так, все вроде, да? О, нормально. Ой. Here goes nothing. Whoa.
Так, вроде все. А куда? А где? А, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Привет, водочка, привет, кромечка, здравствуйте. Она сказала... Ладно, нет, она не это сказала, 100%. Но! Да почему? Да отца... Блядь, да ну! Что за херня? Будь со мной, мы почти на месте. Почти не считается. Мне опять основа. Я почему не удивлена? Прочь с дороги! Не ждите жалости! Киновидите. Что, если этот голос этого и хотел? Что ты там бормочешь? Может, все это нужно, чтобы узнать, как разгонять туман? Помнишь старые добрые времена, когда ты никому ничему и не верила? Та Фрей ни за что бы не отправилась в прошлое из-за какого-то неизвестного голоса. Да господи! Талия, ты в порядке? Пока жива. Талия жива или кто жива? Ой, вовремя, как я ускользнула от этой херни. Ой-ой-ой, это неприятно, скорее всего. Да, конечно, уровень этих сам... А, нормально, меня похиляли. Уровень и количество скиллов здесь, конечно, печальное. Никаких ни комбинаций нельзя сделать, ничего такое. Все, знаете, заскриптованное. Комбинации эти... Да нет, вот это вот, вот, да. Так, и вот это теперь давай вот так вот. Угу. Все, хорош. Вот этого надо пигарить. Все? А, не, надо всех убить, я поняла вас. Да господи, за что же мне это? Какой ты шустрый, падла. Ай-яй-яй, я не хочу умирать. Где ты? Выходи. Все, отлично. Сосай, подосай. Отлично, пошли. Думаю, это не последний сюрприз Реддигов. Мы сюрпризов не боимся. Так, а где наша мана? Магия.
Так, спасибо большое за фоллоу. Вот это вот улучшить. Вот это вот тоже улучшить. Что такое водка? Блин, что-то мне дурно. Вот это тоже улучшить. Угу. Так, осталось только вот это. А здесь вообще непонятно, что надо, да? Так, выносливость. Вот, давайте вот это, наверное. Хилинг. И если докачаемся еще 80 маны, нужно будет еще хилинг взять. А то у меня банки вообще ни хрена. И банок до хрена, а хилят ни хрена. Так, куда идти? Куда податься? Ведь сердцу нечего стесняться. Надо метку убрать эту сраную. Угу. Так. И че, и куда? А, понял. О, лагерь, нормас. Ты чего? Да хватит. Так, сосуд близок к совершенству. Нам, верным, осталось лишь ждать. В час, когда небо окрасится алым, мы познаем величие сумерек. И да возрыдают наши враги перед могуществом Редды. Запомните этот день, братья мои, и возрадуйтесь, что не стояли в стороне. Ваш брат Гелотис Альдакар. А он настоящий поэт, верно? Ага, если любишь всяких сектантов. Так, ну, тут мы все взяли, это я не беру. А тут что, увернуться от атак? Да я уже все, ну я все прокачала. Мне только вот это осталось, использовать магию слияния. Ну, вот это... Я даже не использую. Давайте вот это включим. Так, отдохнуть. Давайте, может, отдохнем. Хотя, по сути, не надо, наверное. Ну ладно, давай отдохнем. Так, все, hey, поехали cuff. Дальше. Эй, браслет! You know, really знаешь, мне кажется, мы бы могли... Мы бы стали и поладили. Почему же? Она бы чем угодно рискнула ради своих. Как и я. И как Цинта. И откуда же тебе это известно? То самое знаменитое чутье Танты? Нет, я просто чувствую. Я знаю, что исполняю ее волю. Хочешь сказать, ты ничего не знаешь про эту их церемонию? Ничегошеньки, прости. Но я думаю, нас ждет незабываемое и драматичное действие. На чем основывается твоя теория? Как сказать, наверное, на чутье патриота? Надеюсь, тебе лучше. Да, да, борьба с усталостью прошла успешно. У меня такое ощущение, что эти сумерки для того, чтобы создать вот этот вот браслет. Как раз таки. Да опять? Да ну вы чё? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. How'd you like this? Ой-ой-ой, а что мне так больно нахрен? Давай. Ух, тут пространственный.
Изи. Изи. Мне вот интересно, кстати. Так, кажется, это все. Теперь нас ждет Альдакор. Почему мне кажется, что кто-то водит нас за нос? В каком смысле? Неважно, идем. Короче, вот азиаты любят добавлять, ну то есть у них очень динамичные игры, да? И они очень любят добавлять вот, вот этот рейтинг, рейтинг оценок, рейтинг комбо! Бля, чуть не сдохла. Вот. Просто зачем? Ну типа, здесь оно явно лишнее. Вот прям очень явно здесь лишнее, вот эти вот оценки за комбинушки. Что там, опыта больше дают или чего? Правда. Проседает FPS во время боев на стриме? Или у тебя прям? Блин, тушь сыпется, капец. Когда ж я куплю новую? Уже устала от этой. А-а-а! Нормально все. 5 минут полет нормальный. Высоченное же дерево. Так, вниз не смотреть, вниз не смотреть. Так, что тут, что-то есть? Нету, да? Вообще ничего не прокачало. Охренеть. What's that rubbish? You know exactly what it is. А ты-то не в курсе? Нет, надо спросить, чего там? Впереди новый этап приключений Фрей. Убедитесь, что вы готовы сделать этот шаг. Да, so да, да, да. Пошли. Финальная битва. Finally. Наконец-то. Я начал бояться, что вы передумали. Сумерки. Зачем они? Чтобы уничтожить Атия. При помощи сосуда это. Разумеется, ты. И пышного древа жертв, как раз такого, как это. Что это все значит? Как ваши труды украсили древо? Вы даже не представляете, сколько оно требует жизненной силы. Я боялся, что несмотря на мои старания обеспечить древу питание, его все же окажется недостаточно. Однако затем вы принялись убивать моих солдат. И вот полюбуйтесь, смерть питает жизнь. То есть мы тебе помогли? О, да. И не только с жертвами. Ты и без этого была подходящим сосудом, но теперь, когда ты собрала в себе такую мощь, рана, нанесенная сумерками Ати, превзойдет все наши ожидания. Осталось лишь дождаться неотвратимого конца, ибо когда ядро возгорится ярче солнца, снизойдут сумерки. Этого мы допустить не можем. Твоя проклятая церемония не состоится, а ты умрешь. Вы решили бросить мне вызов? Хорошо же, я покажу, на что способны Редиги. А, на стриме? Ну да. Оно ж слишком динамично, слишком много кадров. Еще надеетесь на победу? Черт, он разговаривает! О, а в такое превратиться я могу? Откуда у него такая сила? Ну же, сюда! И оставьте надежду! Что это за свет? Не стоит к нему приближаться!
Ой, ёпта! Не слушай его насмешки. Ха-ха, я не победим! Что-то мне говорит, что он не сдастся. Что-то мы ему вообще почти ничего не наносим. Беда не приходит одна, да? Довольно! Джекпот! Не знаю, но лучше держаться от него подальше. Наверное! А, почему я не туда прыгнула? Ой-ой-ой, как больно. Ой, он сейчас что-то... Надо его в жопку бить. Он там мягонький, пушистенький, там должно быть больнее, чем если бить в броню. Не ру... не это, вот это вот не делай. Да лол. Блин, я только половину убила, да что за фигня? Я, конечно, понимаю, что это финальный босс, но... Так, подождите секунду, мне надо титечку почесать. В жопку надо не бить, в жопку надо шлепать. Ну, тогда уже не в жопку надо шлепать, а просто жопку. Или по жопке, но не в жопку. Хотя, может, я чего-то не знаю. Ой. Так. Поехали дальше. Ай, найс, поехали мы. Блин, я не успела, что ли? Ай. Ага, тут надо будет походу прыгать этот, да? Что это вообще было? Я бы сказал, что он потерял над собой контроль. Oh.
Вижу, наш друг дал волю своей звериной сущности. Чё, правда? Ненавижу разговоры во время боя. Я не ту последовательность кнопок нажала. Ну что ты сделаешь, а? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, прыгай! Ёпты! Охренеть! Что за мощь? Блин, это только половина, ёлка-лэмоне. А у меня уже хилок нет. Ай-яй-яй, да ну нет, да в жопу тебя! Иди в жопу иди, иди в жопу! Знаешь такое, в жопу уйти, как? Но, я Х жму! Я не знаю, что делать, мне не хватит. У меня осталось треть. Хорош! Он глупее, он лишился разума. Но выглядит страшнее. Ой, хилиться надо. Ой, надо прыгать. Блять. Есть! Хорош! А не будет же второй фазы, я надеюсь? Уже сделали себе ноготочки в плане? Так, все кончено, Альдакор. Кончено. Но не для меня. Во имя Реды услышь меня, демон. Восстань! Ну убивай ее, что ты стоишь на нее смотришь? Что вы делаете? Все, что могу. Я не могу. Я ж говорила этого, который из браслета. Его тут оживили. Типа призвали или что-то такое, создали, хер его как сказать. Лазарита, мне нравится эта игра. Цинта. Я думала, сумерки сорваны. Я ошиблась. Прости меня, Талия. Я надеялась тебя спасти. Ничего, Цинта. Послушай. Цинта.
В будущем случится кое-что ужасное. Не знаю, когда, но скоро. Не надо, Талия, не стоит. И тогда пообещай, что не потеряешь надежду. Да. Обещаю. Я бы сказала, что это была пушка-бомба, но... Тали. Пока проходил, думал, глаза вытекут. А мне нравится такое. Я обожаю этот азиатский стиль, где куча всякого динамичного, все, нихера ничего не видно, ты просто жмякаешься клавиши, делаешь комбинушки и разваливаешь кабины. Это, ну, типа, это очень похоже на финалку. Очень похоже. Может быть, конечно, она не такая красивая, как финалка. Не, у меня все нормально, у меня ничего не подвисает. Но для этой игры действительно нужен очень мощный компьютер. Так, ну все получается, мы прошли DLC-шечку, в которой, ну, просто понятно, как появился тот демон из перчатки. Ну, или из этого браслета, как он там его. Вот, и все, на самом-то деле. Предпосылок, конечно, для следующей части охереть, сколько много, но непонятно, будут ли они ее делать. Вот, я бы, конечно, очень хотела... О, можно пропустить. Давайте пропустим. Со всем уважением ко всем, кто делал это. Ну, титры я не люблю. А покажут еще что-нибудь после титров? Покажут. Настоящее. Окраина Визории. Я дома. В настоящем. Я... Талия умерла? Да. Ее последние мгновения положили начало падению Атии. Ты видела птицу, то было явление Сузура. Как именно он появился? Талия превратилась в Сузура? Нет. Вспомни слова Альдакора. Она была сосудом. Цинта боролась изо всех сил, но не сумела предотвратить его возвращение. Его могущество росло с каждым годом. И, наконец, он обрушился на Атию. Какая трагедия. Я бы поплакал, если бы умел. Откуда Сузур вообще взялся? Это ведь не Альдакор его призвал. Верно. Смертный не сумел бы породить такое чудовище. Сузур обязан своим существованием куда более грозной силе. Более грозной силе? Очень интересно. Подожди, я даже не знаю, с кем разговариваю. Кто ты? Я одна из Тантредды. В смысле? Ответы на твои вопросы лежат за пределами Атии. Приходи. Я буду ждать. А, класс! Стой, погоди, можно я? Супер. Ну что, браслет? Надеюсь, ты готов навестить Реддом. Дом, милый дом. Не бойся, вряд ли нас ждут совсем уж невыносимые ужасы. Да, я говорил, как приятно было воочию увидеть славный миг моего возрождения. Нам с тобой повезло. Я тебя не слушаю. Класс. Скорее всего, должна быть следующая часть. Как игра, чат? Как стример? Мне очень нравится. Мне очень-очень нравится эта игра. Игра по геймплею очень-очень сильно напоминает финалку. Вот. Но эта игра нормально играется только на мощных компьютерах. Если слабый компьютер, если мало оперативы, возможно, при всей
мощности здесь геймплея, да, при всех комбинациях, эффектах, компы могут не выдержать. Вот. Но в целом игра классная, и в игру можно поиграть. Особенно для тех, кто любит такой жанр, кто любит, вот, чтобы было динамично, вот, кто любит, чтобы было много эффектов, кто любит открытый мир. То есть, ну, здесь прикольно. Не знаю, я, типа, вообще кайфанула и от игры, и от DLC. И пофиг, что вы говорите, что игра говно! Мне нравится! Да, здесь намек либо на следующую DLC, либо на следующую часть, но я не думаю, что на следующую часть. Скорее так, они будут, наверное, DLC-шками пытаться посмотреть. Типа, будут, не будут брать. Лагает даже на минималках при 16 гигах оперативы. Блин, ну, не повезло вам. А мне повезло. Я без лагов поиграла, мне кайфово. Вот, не знаю, мне очень нравится игра. Вот. Я рада, что у меня, слава богу, такой компьютер, который может, может вывести такую игру, при этом не лагать, не дропаться, не зависать, ничего, что здесь настолько вот все классно. Единственное, что там, наверное, на стриме какая-то кеся-меся на экране, да? Вот, но в целом вроде все гуд. Ой, то что же вы любите-то вот эти вот? Фин. Слушайте, а написали, что конец. В основную игру добавлены следующие архивные записи. Талия Саларус, Гелотис Альдакор, Цинта, принятое решение, Сузур, Семя зла, Правда о сумерках, Могила Талии. Записи можно прочесть в меню архива, открыв его через любую ячейку сохранения. Ну, короче, непонятно, будет продолжение или нет. Вот. Я люблю магию и все такое. За женщину играть непривычно мне. Наверное, надо купить, попробовать. Но, я же говорю, можно, в любом случае, можно купить, попробовать. И, как бы, если не понравится, вернуть, да? Вот, если так. Ну, или если она не пойдет. Вот, так-то ты ничего не потеряешь в этом плане. Но, не знаю, я от игры кайфую. Здесь просто столько стихий, столько комбинаций. Здесь настолько динамичная игра, благодаря вот этому паркуру. Благодаря смене всех вот этих скиллов. Ну, в DLC, конечно, не так много. Вот, в основной игре побольше. Побольше, поприятнее, там можно все что угодно комбинировать, да. Вот, и... Но DLC-шка тоже неплохая, история прикольная. Прикольная история такая. Хотелось бы, конечно, еще DLC-шечку и посмотреть, что там, куда там. И мне вот что-то жопой чую, что что-то не так с батей этой Фреи. Вот. Что-то там не чисто с батей, 100%. Но не может быть там просто обычный смертный, который обрехатил Танту. Ну не может быть такое. Вот. Вот это вот так вот. Так, ну ладно. Я поздравляю вас и меня, что мы закончили эту великолепную игру. Вот. Запись обязательно закину в 4К на Ютубе, поэтому подписывайтесь на Ютуб, да. Так. Чё, мы кушаем и идем в покемонов? А что оно все зеленое тут такое? Я даже не ожидала, что игра будет такая там коротенькая. Ну хотя, блин, DLC, чё? Чё я хотел-то от DLC? Так, утю-тю-тю-тю-тю-тю. Я сегодня получила награду «Свежий воздух». «Разбить лагерь». Понял. Понял, принял. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Так, тогда надо форспокен удалить, да? Все, но с первой DLC-шкой мы закончили. Я довольна.